Отсутствие расписания автобусов, малая вместимость новых остановок и несвоевременная уборка мусора – самые популярные жалобы одинцовцев, которые появлялись и на портале «Доброделы» в социальных сетях. Поэтому инспектировать автобусы и маршрутки глава района Андрей Иванов отправился вместе с активными горожанами, в числе которых и редактор паблика «Типичная Одинцова» Дмитрий Смирнов. Увидели, в каком состоянии автобусы находятся, в каком состоянии остановки, увидели мусорки неубранные, увидели отсутствующие козырьки. Жаловались активные интернет-пользователи и на оплату проезда в общественном транспорте. Водитель называет одну цену, а в чеке пробивает другую, значительно ниже. Эти факты подтвердили и пассажиры 11-й маршрутки, в которую сел Андрей Иванов. Здесь нам нужно со стоимостью обязательно разобраться. Прям видно, что всех пассажиров эта тема очень беспокоила. Сразу нам после «Здравствуйте» сказали именно это, рассказали об этой проблематике. Хотя мы показывали чеки, где оплата была 34 рубля. В автопарках перевозчиков, которые работают в Одинцовском районе, почти 250 транспортных средств. Самым старым автобусом не более 7 лет. Но, несмотря на это, доступными для маломобильных граждан их назвать сложно. Этот недочет, как и другие, был внесен в протокол. За их устранением будет следить рабочая группа, в состав которой вошли контролирующие органы, транспортные предприятия, общественники и жители муниципалитета. Планируется в 2019 году. Это установка информационного электронного табло, о чем мы вчера говорили с вами, Андрей Робич, на объезде. Оборудование, название остановки на русском и английском языке, единый формат расписания, камера видеонаблюдения с передачей информации в систему «Безопасный регион». Еще один вопрос в повестке еженедельного совещания глав городских и сельских поселений – подготовка к масленичным гуляниям. В Одинцовском районе и городском округе Звенигород запланировано более 50 праздничных мероприятий. Центральной площадкой в муниципалитете снова станет Захаровская поляна, на главную сцену которой впервые выйдет боярин Одинец. Главная задача, которая была поставлена при подготовке к праздничным мероприятиям, это создать комфортные условия для отдыха наших жителей Одинцовского района, а также создать возможности для развития туристического потока. Добраться до центральной праздничной площадки можно на общественном транспорте. От Белорусского вокзала будут ходить электропоезда с бесплатным масленичным вагоном. Кроме того, предусмотрены стоянки на 300 машиномест. Андрей Иванов дал поручение увеличить парковочное пространство и особое внимание при организации праздника уделить безопасности. Должны быть и рамки, и соответствующее количество сотрудников полиции. Также мы обычно привлекаем казачьи дружины, добровольцев, которые помогают нам обеспечивать порядок на таких массовых мероприятиях. Начнутся масленичные гуляния в Захарово в 10:00 и продлятся около 6 часов. На поляне будут работать интерактивные площадки как для малышей, так и для их родителей. Евгения Августина, Денис Харламов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».